Бизнес Нилы Кулаковой сегодня стал настоящим семейным делом. В фирме трудится вся ее семья. Сегодня «Блеск» – это большая городская торговая сеть. Она насчитывает порядка 1000 квадратных метров площадей. А два десятка лет назад фирма начиналась с маленького магазинчика. Работали вертолетами, завозили товар на трассы, работали с палаток. Объект, где находимся мы, в то время назывался «Ласточкой». Видимо, луч и ласточка что-то способствовало тому, что сейчас, где находимся мы, это стал юридический адрес фирмы «Блеск». Сегодня в компании трудятся порядка 50 человек. Нила Васильевна признается, что ей очень повезло с сотрудниками. Коллектив постоянный, дружный. Праздновать юбилей будут все вместе. А еще Нила Васильевна подарила коллективу 20 путевок в местный санаторий. Люди смогут отдохнуть и поправить здоровье на базе «Северянка». В «Блеске» все по-семейному. Своя фирма для предпринимателя стала всем, целой жизнью. Объединилось все в единое. Без этой работы, без «Блеска», без города, без этих поставок, без всего, просто немыслима жизнь. Просто мы в бизнесе, мы в нем. И бизнес поставлен отлично. Все работает как единый слаженный механизм. Фирма сегодня единственная в районе, кто осуществляет прямые поставки продуктов из Белоруссии. Именно «Блеск» поставляет продукты питания в отдаленные поселки, такие как Кулемсунд и Светлое. На прилавках магазинов всегда свежие продукты в самом широком ассортименте. Также продукция с символикой Югры и Белоярского. За эти 20 лет торговая сеть «Блеск» стала неотъемлемой частью города. Это стабильное и динамично развивающееся предприятие. Валентина Иванова, Петр Михалап. Время новостей. Белоярский.